Сегодня я вместе с вами буду пробовать популярный в интернете рецепт, который обещает мгновенную подтяжку кожи лица. Все необходимые для него компоненты у каждого всегда есть под рукой. Нам потребуется одно яйцо, а точнее белок. Как, думаю, многие знают, белок очень неплохо подтягивает кожу. И аспирин. Покупаем самый-самый дешевый в аптеке. К двум таблеткам аспирина я добавляю небольшое количество кипяченой воды, буквально пару капель, чтобы таблетки немного размякли. Потом выливаю к ним белок и все взбиваю венчиком или можно использовать миксер, как вам удобно. У нас должна получиться пушистая пена. На очищенную кожу лица наносим получившуюся пышную массу, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 20 минут, потом смываем теплой водой. Что могу сказать по эффекту? Для моего жирного типа кожи то, что нужно. Кожа чистая, невероятно нежная, к ней так и хочется прикасаться. На мой взгляд, действительно стала чуть плотнее. Ну а для выраженного эффекта лифтинга, конечно же, надо проводить такие маски курсом. Для жирной комбинированной кожи 1-2 раза в неделю, а для сухой чувствительной 1 раз в 10-14 дней. Как всегда напомню, что перед первым применением необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя, а перед выходом на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Как вам такой простой рецепт домашнего варианта ботокса для лица? Попробуйте применять? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Мне это очень важно. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой инстаграм Миллион Полезностей. Пока-пока, до новых встреч!